Ты хитрый, ты раньше меня включил. Поехали. А теперь у нас... Ты раньше включил, а... Бляха, я неправильно делаю. Ну, у тебя зато уже с подножки снятая мотоцикла. Планета. Запускайте. Не боитесь так заводить, она вас не бьет. А мы с ней договорились. Всем привет, ребята. С вами дядя Володя Страшный. Димас 46. Это Дима. Побывали мы на навесном мосту и благополучно вроде как возвращаемся обратно. Поедем через лес, по лесу. Где-то остановимся, посидим, покурим. Может быть, обсудим какие-то темы, интересующие нас. Нас, не вас, нас. А ваши темы мы можем посмотреть на ваших каналах, на ваших аккаунтах. Надеюсь, я никого не обидел. Ой, Димон, лупит. Эндурист. Ну что, он прошел, так сказать, как называется-то, тестирование, состоит в кружке. Поехали туда. Там будет другой въезд. Опа, я Димаса свалил. Он сейчас будет меня искать. Хотя я ему показывал знаками. Сейчас я спрячусь. Вот так вот щелкать. Мы так с Денисом иногда игрались в прятки. Слышу, гудит. Вот так это означает, ребята, надо руководствоваться знаками. Так вам и уехал. Что? А я показывал, что где-то поворот направо. Я не услышал тебя. Звук планета же работает. А я показывал, не рассказывал. Едем дальше? Да. Поясница болит. Кстати, вот он на передаче, а можно заводить на сцепление выжатом. О, курва.
зацепился. Куда это я приехал? Нам же налево. Сейчас напишут на Димасовом канале, как я вымахивался, буксовал. Да нет, ребят, ничего подобного даже в мыслях не было. Вообще. А где Димас? На полуавтомате держу. Шум такой в движке, когда сцепление отпущено. Нажимаете — тишина. Что-то Димон куда-то делся. Да, надо развернуться, поискать. Это невнимательность называется. Одним словом, невнимательность. Невнимательность. А может, он его заглушил? Куда он уехал-то? Не понял я. А где Дима? Где Дима? Ай-яй-яй. Теперь он от меня спрятался. Вот здесь мы развернулись, сюда я поехал. Вот следы мои. Сейчас мы его спросим, что случилось. Дима! Привет, Дим. А что случилось? Ты откуда едешь? Я не увидел, куда ты повернул. Вот. Я-то сейчас только об этом говорил. Мы вот здесь вот разворачивались. Ну, я поехал чуть-чуть дальше объехать. И пока я разворачивался вот там, на пень наехал, я тебя потерял из этого. Да. Я должен был это. Да. Реванш. Должен. Но не взял. Да еще один раз. Как бы это. Все, едем дальше. Можно на передаче завалить, сцепление выжимаешь и заводишь. И все. И едешь. Меньше 40 километров в час, может, на камере видно, что все мелькает, все летит. Надо быть осторожным.
Димас в паутине весь. Курва пердоли. Короче, приятная такая поездка, легкая, без, без экстрима. Бывают приятные поездки, легкие, без, с экстримом, когда с Денисом катаемся. Жалко, Бартульцу некогда, а так вот погода вообще, природа. Техника располагает вообще к таким дальним подубасам. Переехать через реку Сейм, секануть в сторону там дома в глуши канала. Я думаю, получится у меня в отпуске к нему съездить. Поедем, сфоткаемся возле этого, вон той вывески. Заодно рекламу в базе отдыха сделаем.